Всем здрасте, друзья! Элитная охрана уже на месте, значит, можно донести ценную инфу. Сенсация. Оказывается, в группу Beatles входили Ринго Старр, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Пол... Нет, не Маккартни. Пол Экстерм. Экстерм – лучшие теплые полы в Украине с выгодными условиями для сотрудничества. Звезды проводят свои каникулы на таких дорогих курортах, как Мальдивы, Бали, Кирилловка. Дурачки. Лучше бы купили себе за эти деньги квартиру в ЖК «Синергия Сити» и провели всю свою жизнь, как на курорте в райском Ирпене. Мережа аптек «Анри Фарм» – це найвищий рівень сервісу в Києві та області. 15 тисяч позицій в наявності та 17 тисяч під замовлення. Тільки оригінальна продукція, без черг, цілодобово. І віршик. Колись на світі був один хитрий автосалон. Ціна не та, машин нема, розстроївся Антон. На авторія він зайшов, свій відгук написав. І більше в той автосалон ніхто не завітав. І почали салони всі виходити з пітьми. Все стало чесно. Авторія перевірено людьми. Ви за старшаков. От це стих, от це слог, от це рифма. Так візьмі його к собі, в чому проблема, буде пісні писати. Зачем я так без цього прекрасно живу? Хорошо, супер. Ветерани космічних військ. Ветераны космических войск. Куран, Веня, Домницкий, выходите. Добрий вечір. Ми дуже раді вас всіх бачити. Так що, пісня. Тут ветерани у новий сезон. В залі іграє прикольний музон. Битва титанів, це не дежавю, ловлю. Зала вібрацію. Танець. Опа. Ветераны космических войск, Киев, Остер, Прилуки, гоу! На любой улице любого города. Ну, человек, я извиняюсь, а можно мне, пожалуйста, сижечку? Ну, надо же. Ой, а можно мне две сижечки, я с другом просто покурю? Нет. Ой, а, ну две что-то на смерть, да? А можно мне три сижечки? Какой? Ой, а можно я понаглее, мы просто два раза с другом покурим, можно четыре сижечки? Хорошо. Ну слушайте, если мне сегодня так фартит, так можно мне, пожалуйста, пять сижечек? К сожалению, моя мадмуазель тоже курит, никак не могу ее отучить. Так, я не понял, что тут происходит? А что происходит? Показываем новость про сижечки. Вы нам мешаете еще. Тебе говорю, ты мешаешь. Что ты так валишь на меня? Ты мне мешаешь, я тебе сказал. Я тебя сейчас пойду побрею. Ты думаешь, что это? Я тебя сейчас пойду побрею. Я тебе сейчас ляпну тебе, раз и выпадешь. Ты мне ляпнешь, Вася. А ты что смотришь? Ты думаешь, вообще... Глаза свои выпустили. Ты думаешь, что ты не слышишь? Мы выступаем тут на Антон. Ты что делаешь, чтобы было хорошо? Чтоб зритель смеялся. Да если бы не мы, вы бы были никем, понятно? Никто не интересный. Никто дурачков. Пацаны! Шо? Хорош! Дорогие зрители, у вас вообще время есть сейчас? Просто, ну, в чем прикольчик? Мы так можем до утра ходить. У нас там ребята за кулисами заряжены. Ну, чему же, если вас вся троица устраивает, то мы будем выступать? Песня! Идут ветераны у новый сезон. В зале играет прикольный музон. Битва титанов, це не дежавю, ловлю. Зала вибрацию. Танец! Опа! Оп!
представьте, колядники совсем немножечко перестарались. Народы. Не-не-не, засевать не надо. В любом ночном клубе. Толя! Шо? Толя, пойду покурю! Шо? Говорю, пойду покурю, Толя! Шо я не чую? Говорю, пойду покурю, Толь! Шо? Короче, сейчас, Толь, подожди! Сейчас скажу, подожди! Сейчас! Толя, пойду покурю, потом вернусь! Хорошо! В любом отце алкоголь может разблокировать максимальный уровень доброты. Папа, пап. Сколько денег тебе надо, сына? На, держи 100 гривен. Папа хороший, папа добрый. О, пап, я хочу до дому. Сколько тебе денег надо, сынок? На. На, ще 1000 гривен купи собі дом, живи там, кайфу. Ну, пап. Тобі там буде скучно, да, синок? На. На, тобі ще чуточку денег, купи собі чоловіка, хай теж там живуть. І пам'ятай, що папа добрий, папа хороший. Ну, пап, ну я, ну, пап. Не треба лишніх слов. Папа все розуміє. Держи ключі від машини. Держи ключі від квартири. Держи ключі від квартири, де живе папа на любовниця. Кстати, це мамка твоя настояща. Папа. Папа хороший, папа добрий. Ну, папа. Ти подиви, який татаро-монгол у мене росте. Ти подиви, який загарбник вопіючий. Це йому мало. Що ти хочеш, сину? Любиш папку? Так. Ну все, ресторан тобі віддаю цей весь. Все. Папка тебе любить, папка добрий. Все, для синочечка нічого не жалко. Опа. Все, дивись, я тобі сложу ресторан. А, в карман положи, пожалуйста, там покушаешь, если захочешь. Ну, папа! Что ты хочешь? Хочешь ли усмеха тебе отдам? Сыну? Хочешь ли усмеха? Все, папа хороший, папа добрый. Папка сейчас тебе лев усмеха все отдаст. Папе для тебя ничего не жалко. Папа добрый у тебя, сыночек. Папа хороший. Папки ничего для тебя не жалко. Подскажи, папка хороший, папка добрый. Пап! Сыну, папка хороший, папка добрый, забирай. Лига смеха твоя, возьмешь потом дрель, докрутишь себе прикольчик. Папа хороший, папа добрый. Пап, да я просто писать хочу. У мене нема що з собою писати. А я подожди, дай ресторан, подожди. Подожди. Зараз папка все зробить. Папка! Давай. Опа. Папа хороший, папа добрий. Іди там за барною стоечкою, там туалет попісяєш. Давай я поки усміха подержу. Спасибо, пап! А. Папа хороший, папа добрый. Папа! Блин, у меня двое детей.
От ви кажете Байден, да? А що Байден? Пісня. Вот и все, закончилась игра. Команды все получат тренера. Тут 30 плюс, випы, хмельничаны. Стадион Кам'янець, подольчани. Арабці, ну а хто ми? Для вас, зрительчани, на Лиге смеха ветераны. Тут куча ловушек и много капканов. Сезон титана. Для вас, зрительчани, на Лиге смеха ветераны. На сцене в жопневом, у місті кажданов. Сезон титана. Спасибо вам, зритель, за все, все. Ветераны космических войск!